Больше всего трагедий произошло на трассах вне населенных пунктов, тогда как в городах и поселках региона зафиксировали снижение смертности. Всего на автомагистралях погибли 89 человек, из них 56 на федеральных Р-22 и Воронеж-Тамбов. Главной причиной глава УГИБДД района назвал выезд на встречную полосу движения. Чтобы снизить количество ДТП в текущем и следующем году, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на трассах проведут комплексные работы. На них установят новые разделительные заграждения, светофоры, а также оборудуют подъезды к пешеходным переходам шумовыми полосами. Я хотел бы заострить внимание, что месяц октябрь и месяц ноябрь показал нам о том, что, значит, произошло 8 гибелей пешеходов, 4 из которых на пешеходных переходах, и практически на всех пешеходных переходах сопутствующим нарушением было это отсутствие или недостаточность освещения на пешеходных переходах. Как отметил глава ГИБДД, освещение в ночное время суток хромает практически во всех муниципалитетах, кроме Тамбовского, Рассказовского и Бондарского районов. В перспективе этот недостаток пообещали устранить. Снизить количество аварий планируют также путем совмещения наземных пешеходных переходов с лежачими полицейскими. Да, да, да.